Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 11 день, 75 миллионов древесины я забрал. Ну что, зашел я, ребята, как и обещал, для того, чтобы начать играть в события. Оно как раз у нас доступно. Подготовка авиапатруль. И будет оно доступно всего лишь один день, 21 час. То есть, я так понимаю, это короткое событие, скорее всего. А, возможно, даже за... Да, за одну заходку мы сможем его пройти. Получается... Что-то мне чихнуть захотелось. Ни с того, ни с сего. Значит так, у нас будут арендские паки. Содержат новичков и содержат элитных. Ну, насколько я могу понимать, ребята, это будет легкая подготовка. Поэтому давай приступать ее проходить. Сию секунду. Окей, волна первая. Значит так, уровень 16-15. В принципе, это нам на один зубок. Единственная проблема, что это у нас стража. Это стражники. Придется немножко тут покочеврыжиться, но тем не менее, я думаю, что они падут. Надеюсь. Так, снизили. Бомбанули. Это древоруб. Огнеплюй очередной, можно так его назвать. Хорошо, да, плюнул огоньком. 16 уровня, так звездану, как будто все 20 уровни. Так, ну что, громобой, теперь твоя очередь. Уже я, наверное, сделаю вот так вот, чтобы он ничего тут не чуданул, потому что все-таки первая, ребят, волна. И я не хочу, чтобы мы тут сфейлились. Потому что еще впереди вторая. Ну, что ты будешь делать? Так, друзья мои, сегодня, если я успею, будут две новенькие игры на канале. И, возможно, еще немножко DC поиграем. Так, посмотрим. Так, вторая волна. Два злобных змеевика. Змеевики, значит. Естественно, шустрого не добили. Не добили. Смотри, что чудит. Да хорош. Он себе повысил атаку. Мы этого не позволим. Слушай, не успеем его забомбить. Оу. Скрыто. Неожиданно. Так, ребята, крутанем колесо. Посмотрим, что нам выпадет здесь. Загадочный пак. Слушай, неплохо. Он у нас полетел на почту. Я думал, что мы его сейчас сразу откроем. И здесь еще один загадочный пак. Нормально. Призы отправлены на почту. Ну что, у нас обычный сейчас будет поединочек. Поэтому давай-ка мы здесь... подеремся. Слушай, а как вот лучше? Вот так вот микрофон, ребята? Или если будет вот так? Ну тут, конечно, подкорректируйте можно. Ладно, короче, сейчас не об этом. Сюда. Давай, давай, давай. Этого распечатали. Ну что, это у нас... Да-да-да, Хладоген несчастный. Надо его быстренько уничтожать. Куда он будет? Ты хоть определись, парень. То ты вначале на Кривоклыка наезжаешь, а потом начинаешь на Барсика бухтеть. Теляемся. Укус. Этот нам ничего не сделает. Да, в принципе, и Громль Мармеладный тоже нам ничего не сделает. А чихнуть я до сих пор хочу, ребята, я терплю. Нос чешется. Твою ж дивизию. Так, давай куснем. Ну, что ты там? Прилетела, да? Плюшка. Блин, я уже хотел сказать, вот и все. Вот теперь все. Ну что, в этом колесе нам выпадет... рыба. 75 миллионов рыбы. Слушай, ну у нас рыба по фулочке забита, кстати. Это значит, мы с тобой можем отправить кого-нибудь за железом. Но нам нужно еще древесину. Тоже забить полностью, тогда будет отлично. Давай глянем, кто у нас здесь будет. И сколько волн. Ну, я думаю, волны будет всегда две. Да, скорее всего. Смотри-ка, здесь шустрики. Да-да, они оба шустрика. Поэтому... нам будет проще с ними разобраться нашими хитрецами.
понизил атаку, а? Ты посмотри. Разнесли в щепки. Интересно, мы залечиться успеем? Наверное, нет. Или успеем? Успеем. Блин, ну у нас пониженная атака. Лечимся. И... Блин, а почему у него такая офигенная инициатива? А, ну правильно, он же этот... Шустрый. Поэтому он быстро откатывается. Так, ага, тут уже три дракона. Я, наверное, вот с этого начну все-таки. Потому что он опасен, он сейчас может пробафаться. А у него, по-моему, идет на повышение атаки, если не ошибаюсь. Это не очень хорошо для нас. Так, добьем. Красиво. Так, теперь... Все, скала остался один. Ну что он сделает? Да ничего. Оглушил все-таки, а? Позорник. На тебе. Вот он неровно дышит, ты посмотри, а? Подлечились. Бинго. Так, вот как раз нам древесина и нужна. 626 миллиона. Так, и забираем с тобой пак, который содержит новичков. По-моему, он сразу будет открываться. И из него нам выпадает шторморез, крылатый ужас и шипорез. Поехали. Все, ребят, два последних поединка. Мини-боссик и босс, собственно, персоны. А там уже посмотрим. Две волны, но три дракона. Два у нас тут шустрых и один страж. Древоруба, конечно, не хотелось бы, ребята, оставлять в покое, но... Я его не буду... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это он тут зарядил, ребята. Это сейчас будет... Грустно, я тебе скажу. Если этот фаербол свой запустит... Я так и думал. Я так и думал, что именно... Так вот он сделает. Барсика спасу? Или нет? Мне надо его спасти в любом случае. Да чтоб тебя, блин. Поехали. Лечимся. Кусаем. Сейчас опять будет фаербол, огненный этот. Так, мы успеваем залечить, да, раны? Успеваем. Вторая волна. Твою налево, блин, ты посмотри, кто мини-босс. Поехали. Сделаю так. Раз, сейчас они втроем сходят. То есть три энергии будет на тройном ударе. Не, не будет. А это хорошо, что не будет. Это просто замечательно. Вообще фартануло. Ну что, водорез. Слушай, я буду, наверное, сейчас тройного удара бомбить. Водореза потом, чуть позже. Отлично. Ну что, водорезик, тебе кранты. Что я могу сказать? Мы еще и хильнемся. Элементарно. Ну и что же нам здесь достанется? Ага, рыба. Ну рыбы у нас уже и так достаточно. Хотелось бы древесины. Ну что, переходим на последний поединок на сегодня. Ну не то, что даже на сегодня, а на этом событии. На авиапатруле. Да? Так, это мини-боссики, да, все? Нет, один только мини-босс.
Ну, будем начинать с шепота. Чем быстрее мы его ушатаем, тем будет спокойнее мне. Замечательно. Так, ну что, злобный змеевик. Вот что он творит. Я, наверное, не буду пока тратиться. Мне нужно будет хильнуться. Угу. Так, змеевик что-то сейчас, наверное, сделает противное. Нет. Ничего он противного делать не стал. Значит, этот сделает. Понижает мне броню. Ильнуться? Нет, наверное, вот так все-таки. Ты достал уже, а? Так. Мне вот это не нравится совсем. А, этот у нас красный. Этот зеленый, страж. Он еще усилился. Ты ничего лучше не мог придумать, парень, а? Слушай, знаешь, что сделаю? Вот так, наверное. И вот так. Пускай он разбирается с этим. Нифига он бомбанул. А мы будем заниматься вот этим. Сюда. Так. Пускай он его добивает уже. Ну, а мы теперь потихонечку будем вот этого кромсать. Сейчас что-то сделаем, да? Усиливается, он потихоньку усиливает себя сам за счет атаки. Ну а мы его тогда будем держать под контролем, соответственно, во время его слепоты будем его уничтожать потихоньку. Суперудары лучше здесь не тратить, потому что нам не хватит тогда на слепоту. После этого поединка, ну, то есть после вот этой вот череды, уже можно будет делать понижение брони и уже потихоньку его добивать. Чем я и займусь. И до свидания. Все, ребята, событие пройдено. Ну вот, последнее кольцо крутанули и забрали опять рыбу. Опять у нас выпадает рыба. И забираем с тобой пак элитный. Ну давай посмотрим. Шторморез, Громыль, Кревет, Ужасное чудовище, Вострозуб, Барс и Вепри. Новая акция на рынке. Малыш-прыгун. Где вот это я тебе все достану? Не знаю. Так, забираем загадочный пак. Шепот смерти, Костолом, Громобой защитник. Окей. Так, дальше, подожди, подожди. Рыбу мы пока не будем тратить. Ну, ничего такого выдающегося нам не выпадает, к сожалению. Что там у тебя есть? Вот. Так, с рыбой у нас завал полный, я смотрю, да? Ну что, нам хватит древесины для того, чтобы активировать постройку или нет? Блин, 650. Есть у меня одна задумка, кстати. Давай попробуем ее. У нас еще пак доступен. О! Так, монетки. Загадочный. Давай сюда что-нибудь такое. Блин, мне бы древесины. Приличное количество. Награды. Что нам там выпадет? Покажите мне, пожалуйста. Бабочки.
Через 10 дней, друзья, заканчиваются события. Я не успею накопить, к сожалению. А хотелось. Но не получается. Угу. Так, я же хотел, знаешь, что сделать? Пак. Купить пак. Вот этот вот. Нам нужно немножко древесины. Все, по-моему, хватает. 750. Ну что, друзья, сколько это будет все это? 2 дня, 20 часов. Ну что ж, потерпим, подождем. Лети. Тоже лети. Так, а нам куда-то рыбу нужно еще потратить. Ну-ка, давай посмотрим. Кто у нас там? Это только за древесину, по-моему, да? Этот за древесину. Ну что, придется этого отпускать. Лети. Где же мне железо-то столько взять? 360, и мы бы тогда прокачали бы. Мы бы прокачали бы очень круто. Да, тут абсолютно уже ребят не хватает, поэтому их всех отправляем. 230 лямов просит на прокачку. Губа не дура. Академку, академка уже забита. Кем она все время забивается-то у меня? Я никак не могу понять. Один день, 5 часов. Вот этот вот прокачивается. Это вот этот вот 48 уровня рогобой, он так долго качается. Новые сезонные события. Получайте новую сезонную валюту и меняйте его на эксклюзивных драконов, образы и украшения. Нашли мне новое сезонное событие. Оно уже старое, оно уже скоро закончится. Сколько там нужно нам? 8200. Не получится у меня. К сожалению, блин, жаль. Жаль. Так, а эти у меня тоже тут уже, смотрю, готовы. Партизаны. Расскажите остальным. Драмгильда. Укрытие. Давай так сделаем. Ух ты. 200. Сразу награду, ребят, забираем. Плод мудрости, друзья мои. Вот, 750, это да, это существенно. Так, рыба. Древесина. Слушай, 586 рыбы, может быть. Так, этот не хочет. Давай так сделаем. Фиг с ним. Академка нужна. Места в академке не хватает у нас. Вот поэтому он не хочет. Так, а этот-то что у нас? А я что, забыл его отправить на поиски? Ё-моё, я его на поиск, прикинь, забыл отправить. Зашибись. Три 400 нужно, чтобы вот это вот открыть территорию. Но у нас вот здесь откроется территория. Потом мы посмотрим, что нам нужно для наездника. Но это будет через 2 дня. Ну что, друзья мои, вот такая вот коротенькая серия у нас получилась. Это зашел, чтобы пройти события. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.